Так, отлично. Теперь я ломти мяса и душ не буду таскать без нужной необходимости. Просто, блин, забываю их снимать, когда бой начинается, и из-за этого как бы пылестойкость просто в минус уходит. Так, ну что? Всегда боялся это делать. Даже убить может. Вот эти патроны натовские, они офигеть дорогущие. Просто очень дорогущие. Так, отлично. Что-то сегодня только артов что-то как-то поменьше. Только колючка одна выпала. Реально как-то мало артов в этот раз. Еще 70 патронов. Класс вообще. Я обожаю этот баг. Или что это такое. Но однозначно это мне нравится. Так, этих зомби я с ножичка-то перемочил. Еще кровосос там прибежал, вот валяется. И кабан был. Все были. И все получили по щам. Блин, печально, артов-то нету. Ладно, чё, уже, наверное, встретимся у Харона. Я сейчас посмотрю, что я могу с собой взять. Что могу оставить. И уже тогда начну у Харона снимать. Я не знаю, я, наверное, это всё-таки сейчас засниму. У меня здесь и снорки напали, и эти собаки. Даже кровососа слышу. А, нет, это химера. Ух ты ж. Такие гости на моем празднике. О, блин, какие все злые. Все-таки перепутал химеру с кровососом по звуку. Впервые, блин, я ее убил, кстати. Вот именно вот. Снял хвост, убил. Интересно, конечно. Что за фигня только что была? Почему звук пропал? Мде, конечно. Так, скорее всего, здесь опять распанулись военные. О, там, походу, псевдогигант. Нет, там не могли респануться военные, иначе бы он их порвал. Ох-ох-о. Лоти на гиганта напали, ты посмотри, а. Так, уйди от меня, уродина. Ох, двое даже. Ха. Так, валим, валим. Тихо. Тихо, тихо, баря, баря. Их двое. Офигеть! Вот это да! Так, сейчас, быстренько, быстренько. Хоть от второго мы спаслись. Мразь, уйди от меня нафиг. А-а-а! Уже заклинило, вы представляете? Как я задолбал уже ЛР-ку. Ну, наконец, это сдох. И тебе туда же. Класс, их двое. Вообще, я в шоке. А плоти, плоти, они что, с плотями, что ли, разобрались, что ли, или что? Ну, даже кабан был. Офигеть. Не, здесь полюбасу, любой военный бы сдох. Я 200 патронов к ЛР-ке потратил. 200, Карл. Думается, мне нужно было использовать этот. МП5 там. Или Бизон. Потому что патронов не жалко на них. То есть их патронов не жалко. Дырочка. Там что, арт или трупец? А, Рика, здесь это...
Господи, опять это... Это монстрище. Так, ну для тебя у меня есть специальный автомат. Называется АС-Вал. Блин, как это... чувак против быка-то бегает там. Как он называется? Как его зовут? Потому что, блин, слишком далеко оно, что прыгает. Давай-ка подбежим к нему, чтобы оно пыталось меня ударить, но не могло. Или ты только на прыжках специализируешься? Ну какой страшный, блин. Ты посмотри, а. Ну, изи. Буквально полторы патроны и все. То есть полторы этих обоймы. Каменный цветочек. Какого хрена ты делаешь около жарки, вообще не пойму. Ты же у нас гравитационный артефакт. Ты должен валяться там, я не знаю, около трамплина или около карусели там, или воронки. Но уж точно не около этой жарки. Около жарки там всякие огненные шары валяются, да капли. Ну да ладно. Вот это я понимаю. Повоевал с мутантами, блин. Приветствую вас, мастер. Победа! Махон жив и здоров. Махон уже доложил. Вы молодцы. Слава Монолиту, он не оставляет нас в трудную минуту. Теперь, я думаю, они долго к нам не сунутся. Хотя расслабляться тоже не стоит. Много у нас врагов, много. Служу Монолиту. Так, я не ожидал, что меня ТПшнет именно в Припяти, как бы в эту тему. Ну что, продолжим наше занятие. Давай. Соскучился, поди. Конечно, соскучился. Я снова к тебе. А, в детстве... Погоди. Так. Ща. Просто забываю, да и ты долго, блин, арты все скидывать. Да. Ну, ты вспомнишь сейчас детство. Не понял, это как? О! Хи-хи. Нифига себе. А если в реальности было? Это ж... Как нахрен спускаться отсюда? Я бы проклял тот день, когда встретился с Мервином. Так, можно вот по этим палочкам спускаться. Ай. Я сейчас всю жопу отобью себе. Блин, еще и в аномалию попал. Ну класс. Все этот говнарь здесь сидит. Так, пошли вон нафиг от меня все. Вас слишком много. Гостей не принимаем, гостиница закрыта, твою мать. Да пошли вон! Класс, чё? Да тварина, а! Ну иди нафиг! Ох, сейчас меня, кажись, убьют. Пожалуйста, отвали от меня. О, еще один приперся. Твою мать, Мервин! Я чуть не сдох. Я чуть не потратил все свои аптечки. Из-за тебя. Зато у меня будет 10 стоп с норкой, которые я смогу отнести фельдшеру. Не-не-не-не-не, мне хватило, я чуть было свою ЛР-ку не просрал. То есть, вау. Так, как мне теперь разобраться-то? Вот это полный трэш просто сейчас было. Это я не знаю, что это сейчас было. Просто это был хардкор. О, можно закрыть. Ну и гад ты, Мервин. Меня чуть ветром с колеса не сдуло. Да, а потом еще и снорки не порвали. Тяжело в учении, легко в бою. Вот, забирай супостат третий манускрипт. Что там дальше? Понравилось? Да не злись ты.
Учись контролировать свои эмоции. Это пригодится тебе в дальнейшем. Ладно, что ты там еще для меня придумал? По чердакам в детстве, небось, тоже любил лазить, а? Ну вот и давай, окунись еще разок в детство. О-го-го-го-го, сейчас будет полная задница. Если вы не знаете, если вы не играли в первый раз, то сначала подлечите свое здоровье, потом уже нажимаете дальше. Потому что начнется ад. Здесь наши старые знакомые. Ублюдки, мать их так. Вот что ты не стрелял, а? Вот. Чел, тупи, тупи подольше, тупи. Отлично. Фу. Блин, я не начал снимать, когда начал их убивать. Блин, это, конечно, плохо было. Так, там внизу, кстати говоря, никого. А то бывают случаи, когда там наемники. Так, давай посмотрим, что тут у нас. Вау! Лунный свет, да это мой любимый артефакт. Минус 10 радиации, выносливость еще добавляет. Класс. Ну, короче, как, я второго замочил так же, как и в первый раз, так что, как бы, я думаю, вы ничего не пропустили. Да, теперь еще и неси, ну класс. Ладно, что, встретимся у Мервина, если что-то интересненькое будет, я засниму. О, кстати, это же те крыши, на которые ящички-то падали с разбитого моего. А, хрен, я до нее не допрыгну. Хотя было бы интересно попытаться. По фану просто вот. Вот почти долетел, кстати. Не так и много я просадил ХП. Не так и много. Фак. О, там две химеры, да, походу? Так, а где мои артефакты? То есть эти гранаты. Вот мои три лимонки, вот дозиметр. Все должно работать. Почему ты их, мать твою, не... не видишь? О, да там еще и полтергейст вонючий. Ты посмотри. Так, тихо, укрытие. У-ху! Круто. Здесь еще что-то респанулось. Вот это классно. Не надо меня убивать, пожалуйста. Господи! Не надо так. Как там твой братка-то? Живой? Живой! Что ему сделаете-то? Да? Дохни ты уже, мразь. Так, а там в грузовике что-то очень хорошее, как я вижу. Все, 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 все. Тихо. Тихо мне тут. Не рычать. А, ну я так и думал, золотая рыбка и патроны натовские. Неплохо. Вот, блин, каждый раз сюда приходить, это вообще охрененно будет. А, я аж испугался, подумал, это этот выползень. Они еще пока не встречались, но будут такие мутанты потом, выползня. Зеленые снорки такие, без головы. Ладно, это я спойлер такой кинул. Так, это что, и все, что ли? Все, что зареспавнилось, что ли? Что-то как-то маловато. Вот колючка там еще есть, я вижу. Ай, не достанешь ее. Отлично. Да, вот, кстати, здесь чувак стоит, у него 14к. В прошлый раз я уходил, у него было 8, но до этого у него было 12. То есть он активный такой торговец. Очень интересная тема. Это у вас может рандомно случиться, у вас может быть и тот, и вообще не здесь такие чувачки находиться. Так, что тебе продам? Тебе продам еще вот эту тему.
Ну и больше пока мне ничего тебе продавать не надо. Да. Будет чай, я занесу обязательно. У тебя что есть? У тебя тоже неплохо так с бабками, я вижу. 13 тысяч. Короче, если что-то нужно будет, я к ним подойду, они мне все оплатят. Хи-хи. О, ЛР-ку нашел. ЛР-ку они больше, чем за косарь продают. Покупают, вернее. Ну, смотря в каком состоянии. У меня такое ощущение, что вы с Хароном сговорились меня угробить. Да никто тебе смерти не желает. Да, конечно. Если выполнишь все задания и будешь послушен и храбр, то Харон впоследствии сделает тебя наставником. Так что все, что делается, это все для тебя. Ладно, понял. Вот тебе четвертый манускрипт. Вот и хорошо. Ну а сейчас мы с тобой вместе переместимся в одно место. Это куда еще? Вай. Ух ты, здорово это у тебя получается. Если будешь верой и правдой служить Монолиту, то и я обучу тебя этой науке. Вот за это спасибо. Ну что там с последним испытанием? Прыгать в детстве любил? Сзади от тебя стоит пятиэтажка. Надо перепрыгнуть на ее крышу. С этой и забрать пятый манускрипт. Возвращать мне его не надо. Пусть у тебя на память останется. Только смотри, не потеряй, чтобы с тобой не случилось. Храни его, пригодится. На этом твое обучение будет закончено. Как последнее задание выполнишь, иди сразу к Харону. У него для тебя есть важная и ответственная работа. О, вот это дело. Ну, хватит фризить мне. Отлично, супер. Хорошо, перелетели мы. Аптечка. Типа ХП подлечить, да? Так. О, манускрипт. Манускриптик. Ладненько, чё уж там. Ёшкин кот! Ну, класс, чё. Вообще, обожаю. Сейчас он, блин, по текстуре провалился, пришлось его взрывать. Па-па-па. Вот это попадос, конечно. И что делать? Как быть? Параша! Так, еще минус один. Последний остался! Блин, а я их так резвенько перемочил. Сейчас последний остался только. Вот дебил, блин, весь рожок нафиг и... Тихо, тихо, хватит меня шатать-то. Это говно! Невероятно! Как я так мог слиться, а? Господи. Отлично. Так, надо быстренько их обыскать. А то здесь радиации куча. Блин, смотрите-ка. Армейские склады. Неплохо. Ой-ой-ой. Офигеть, я нахапал здесь. Насколько я помню, здесь было их больше как-то. Так. Хорошо, замечательно. Теперь нужно мне повесить арты на убирание, так сказать, радиации. Лучше колючки, они не отнимают эти. Выносливость не отнимают. А где? А, вот он, да, вот он. Я его уже искать начал. Вот эти тогда и остальные капли. А, вот, отлично.
Так, ну что, теперь к Харону, наверное, да? Мне бы 5 ПДАшек найти, вот еще бы 3. Чё-то не думается, будет это задание, блин, провалено нафиг. Итак, вот я наконец-таки пришел к Харону. Чем могу быть еще полезен? Хорошо. Я все сделаю самостоятельно. Это отлично. Допрос это по нашей части. Так. Грави. Это хорошо. Так, еще походу один. И выверт, по-моему. А, нет, 2 грави. Круто. Блин, очень даже. Сахарову бы понравилось. Ну что, вот у нас и дьяк. Интересно, а что здесь в тычи? Если здесь вот так вот все обустроено, то что в тычи здесь? Говори, сука, а то узнаешь, как легко пуля пробивает череп. Ребята, пожалуйста, отпустите меня! Не надо! Я вам денег дам, да все отдам! Получи, сука! Жесть. Ну что, дьяк, молчит наш гадюныш? Молчит собака. Придется пристрелить. Подожди, брат. Его никчемная жизнь еще нужна монолиту. Ладно, я подожду, но потом позволь мне пристрелить этого неверного. На все моля воля монолита и неисповедимы пути, которые открывает он нам. Кто ты такой? Друг, не убивай, я все скажу. Кончай ныть, ты знал, на что шел, бла-бла-бла. Не убивай меня. Что здесь искал? Так, вот. Меня призрак послал. Вернее, настрое было. Знаете, двоих положили ваши. Призрак, это все он. Он послал меня сюда. Мы искали, как пробраться в бункер управления. А зачем вам бункер понадобился? И кто такой призрак? Документы. Брат, пожалей. Все, молчу. Не знаю точно, какие-то важные документы. Кажется, карта подземных коммуникаций Припяти и саркофага. Кто такой призрак? Он, кажется, из бывших военных, может, гобист. Мы последнее время вместе работали, он все искал, как можно пробраться в саркофаг, минуя посты. Зачем, я сам не знаю. Призрак об этом никогда не говорил. А где его можно найти? Точно не знаю. Последнее время мы либо в Припяти, либо на радаре. А где его база, я не знаю. Допрос окончен. Нет, брат, не убивай меня, не надо, прошу тебя. Скажи этому дьяку, чтоб отпустил меня. Я же сказал все, что знал. Я же сказал, допрос окончен. Закончил. Его жизнь больше не нужна монолиту. Я думаю, ты знаешь, что дальше нужно делать. Не сомневайся, я все сделаю. Я не сомневаюсь, дьяк. Делай, что должен делать. А мне пора. Харон ждет. Эй, на меня смотреть! Атанда! Шухер! Жесть. Спасибо за 3-й ПДАшник. Он мне понадобится. Ух ты, бинокль. А нафига мне еще один бинокль, скажите мне? Тебе нужен бинокль? На. Ты его мог здесь взять сам. Ну ладно. Ты отдал мне за него 65 рублей. Логика.
Так, теперь доложить Харону, да? О! О, блин. Походу, я опоздал их обыскать. Не знаю, мог ли я успеть или не мог. Лоханулся, конечно, но ладно. Сейчас встретимся уже, наверное, у Харона. Опа-на. Зайди ко мне, есть разговор срочный. Так. Мне Харон докладывать или... Или идти к фельдшеру? Нет, давайте я сначала к Харону зайду, потом уже к фельдшеру. Потому что, блин, я почти дошел до Харона, так что не буду срываться в Припять, бежать сразу. Нет, лучше к Харону. Интересно. Что же нам даст? Скажет нам Харон. Так, ага. Что-то знакомый, уверен. Это как-то связано с болотным доктором и его фельдшером. Ну ладно, отдохни пока, бла-бла-бла. Блин, интересно. Серьезная награда и повышение. Ладно. Ну что, раз уж нам от Харона ничего больше не надо, то есть Харону от нас ничего больше не надо, то что, идем к фельдшеру, да? Надеюсь, блин, Харон не станет меня дергать, пока это... Я буду бежать к нему. Короче, это... Чё? До фельдшера тогда. Интересно, что же надо от меня этому фельдшеру? Харону так, кстати говоря, в голову-то ничего и не пришло мне сказать. Фельдшер, ты просил меня зайти. Да-да, ты мне очень-очень нужен. Что случилось? Не знаю, слышал ли ты о человеке по имени Призрак или нет? А если слышал, то, наверное, плохое. Мне нужна твоя помощь. Как же, слышал о нем совсем недавно. С удовольствием бы поговорил с этим призраком. Ну, так и поговоришь, но есть только маленькая загвоздка. Уже интересно. Для того, чтобы поговорить с ним, его надо сначала освободить. Его схватили наемники. Держат в Припяти, его координаты я тебе скину. Странно, что они его до сих пор не пристрелили. Ничего странного, это с вашего брата ничего взять. Вы же фанатики. Вас проще убить, чем пытаться что-то из вас выжить. А с него можно. Тем более подозреваю, что истинная причина во мне и в докторе. Почему ты так решил? Потому что болотный доктор — это единственный доктор в округе. А я его верный ученик. Они уже несколько раз приходили, но и доктор, и я им отказали. Вот они и затаили обиду. Странная щепетильность. От нас, как я понимаю, вы с доктором тоже не в восторге. Но вы же нам поставляете лекарства. Неужели по вашим меркам мы хуже них? Мы лучше них? Вы фанатики. Как минимум половина из вас, я так думаю. А даже больше не управляет собой. Я не знаю, что и как с вами. Что вами управляет. Надеюсь это узнать. Даже ты, да, даже ты сам не замечаешь того, что ты сам себе не хозяин. Так что мне тебе жаль. Интересная теория. Хуже всего то, что я, к сожалению, не помню, кто я был прежде, перед тем, как попал сюда. Не помню, как меня звали раньше, как попал в зону. Не помню, зачем оказался в Припяти. Ничего не помню. Воспоминания начинаются только с момента, когда меня спас Мервин. Вынул из аномалии. Ладно. Скидывай координаты призрака. Я пойду делать то, что умею лучше всего. Убивать. Да, конечно, я классненько это все прочитал в кавычках. Ну, освобождать призрака я пойду в следующий раз, в следующей серии. С вами был Дельфрол. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Да, туда. Пока-пока.